Что ж, поехали. Так. Тёмыч. Хорош. Что? Давай, давай, Рамиль! Аккуратнее, аккуратнее! Забрали мяч у них! Колян. Ну чё, тварь? Хорошо сыграли. Всем с мячом навес на Ваню. Эх, не успел. Так, направо, направо, направо! Хорош! Коля. Это Артур вроде даже. Да. Артур. Откройтесь, откройтесь! Здорово. Ничего, нормально. По футболу. Вот куда, куда? Андрей. Не знаю, если я вас еще занят, наверное. Хорош. Коля подхватил мяч, пас на Ваню. Эх, ну Вань, ну... Тяжело все-таки. Ладно. Пока с мячом молодость, молодость. Всем будет. Так, Никита. Ну давай, можно. И Андрей. Хорошо, ушел мяч. Хорошо сыграл Андрей. Убивает Андрей. На приеме Артем Ученьков. Далее сыграл Николай Кузьмин. Подает Николай. Так. Борется. Ваня, Ваня, Ваня. Леонтьев. Даже срабатывает аут. Также снова. За мячом. Коля. Ну, неправильно подал. Подтолкнул, подтолкнул, Серега. И отворот. Отворот. Будет пробивать Андрей Мессиев. На приеме что-то Артем не сыграл. Ну хотя наш аут. Вот.
Вот, откройтесь, откройтесь, открывайтесь. Ваня хорошо поборолся. Хорошо. Ну, Рамиль, еще, еще, еще. Эх. Ну, ладно, нормально, нормально. Никита, Никита, Никита. О, хороший пас получился, конечно. Как... Точнее, подхватил хорошо Артем. Опасно. Рамиль даже был. Ну давай, Артур, Артур, догоняй! Хорош! Эх, Ваня, Ваня, споткнулся. Как неудачно. Рами. Догони, догони его. Кидай. Эх, ну Серега. И на убивание. Андрей. Ну, встречайте! Хорошо, Ленар. Хорошо, Никита голову сыграл. Ну, встречай, Николай. Встречай! Артур. А нет, не Артур, там Дима был даже. Хорош, Артем. Да, страшно было. Навес. Еще Рамиль. Эх, Ваня, Ваня, не подстраивайся под них. Вот ты должен сегодня забить. Должен. Давай, Артур. Центр что-то открылся. Никого в полузащите на подбор нет. Жаль. Давай, Андрей. Никуда. Хорош, Колян. Переверните немного игру. Сыграйте все-таки низом. Играйте, играйте низом. Вот открылся игрок. Вот, Коль, потерял ты игрока. Упустили игрока. Еще, еще играй! Назад! Давай, Вань. Давай, давай, Коля, Коля, развивай, развивай! Давай, давай, Тём, веди! Тащи! Хорош подача. Задавайте, ребята. Давай, Серега, Серега, встречай его хорошо. Хорош. Хорошо, цепко сыграл.
так, штрафной пользу. Ковка молодость. А кто перед мячом будет? Вот, наконец сообразил Тёма. Посмотрим, как все позиции заняли. Никита головой сыграл. Но никого в полузащите не было. И хорошо, что удар-то оказался мимо. Мимо, мимо, мимо. Вот чего вот на подборе никого нет? Ну почему нету подбора? Коля, сыграй быстрее! Блин, ну чего вот так коряво-то? Вообще коряво играем. Молодость. Просто перехватил реальную инициативу. Эх, Никита, Никита. Возвращайся. Вот опустошил зону свою. Хороший нар. Хорош, хорош. Ну, давайте на подбор, Рамиль. Эх, ну голову пожестче поставить надо было. Давай, Артур. Ну куда? Хорош, Дима. Давай, Рамиль, борись. Наш аут. Хорош, хорош, Вань. Это и угловой. Да. Да-да-да. Угловой. Давайте, подать хочу хорошо. Нам нужен гол. Артём, эх. Ну ладно, нормально. Подача немного, так низко была. Надо было чуть-чуть на дальнюю делать. Ну ладно, все равно хорош. Давайте, возвращайтесь. Ваня, хорош. Хорош, Ваня. Эх, ты, Тёма. Давай его. Коля, давай, съедай. А, все-таки нарушение было. Ну ладно. Вот пустой игрок остался. 15-й чей? 15-й чей? Ну, наконец-то догадался, Тима. Ну чё, Никита, почему неправильно подал аут? Хорош, Серега. Но он подбор никого нет. Почему нападающий не подхватывают, а? Подача. Еще прессингуйте. Просто повезло. И правильно говорит Николай Васильевич. Эх, Ваня, Ваня. Еще, Коля. Вань, давай! Прессингуйте, а! Урока. Oh, okay.
Давай, Вань. Толкали, толкали. Артур, Артур, Артур. Ну, три нападающих только. Три. И куда? Еще! Еще, еще давай, Дим, дадим прессингу. Ну, рука все-таки. Надо все-таки поаккуратнее держать руки. Ну, вот на правом фланге. 15-й. Куда? 21-й. Давай, давай. Забивай. Давай, давай, Никита, прессингуй до конца. Хорош. И, блин. Давай, давай, Ваня, выгрызай у него мяч. Хорош, Коля. Эх, Вань. Коряво. Давай, Рамиль, до конца. Еще, еще, отдай назад. Надо было... Все равно хорош. Еще, еще, давай, Тёма. Эх, замыкайте. Ну куда? Почему никто не подбирает мяч? И даже криво даете. Че опять случилось с вами? Давай, Никита, борись! Борись, борись до конца! Отдай пас! Ну, можно было через заднего сыграть же. Что за хрень? Давай, Тёма. Вань, Вань, давай, давай. Хорош, хорош. Ваня, что с тобой? Много кушал, что ли, перед, перед игрой? Хорош, хорош, Серег. Ну куда? Куда, Дима? Еще, Рамиль. Долго ты, долго, долго. Прессингуйте, встречайте. Хорош, Андрей. Еще, еще встречайте. Выбейте куда-нибудь. Хорош, Антон. Пятнадцатого возьмите! Антон! Хорош, Вань. Давай, давай, Тём, тащи, тащи! Откройтесь! Центральный! Я не
Давай, Серег. Эх, ну что пропускаешь, серый? Хорош, Андрей. Еще, еще! Смелее, жестче играйте! Еще давай, Антон! Давай, подбирай! Веди его! Ну, Дима! Дима, ну что ты ошибаешься-то? Давай, Вань. Хорош. Давайте, встречайте его! Расстанься с мячом. Пустая зона. Ленар, не надо ошибаться так. Ленар. Антон. Давай, Вань. Артур, хорош. Давай, давай. Твой, твой. Еще. Девяностого. Хорош, Антон. Ну, Рамиль, а? И он его не достал. Хорош, Коля. Нет. Еще, еще! Ну, Никита, как ты так упускать-то игрока? Хорошо. Открывайтесь, открывайтесь. Кому? Кому? Продолжает играть, короче. А дай по флангу, по флангу. Рамилю! Хорош, Рамиль! Ну, встречайте! Давай, давай, догоняй, Коля, Коля, догоняй! А, все равно наш. Открывайтесь, открывайтесь, кто-нибудь. Эх, слабо, слабо, Коля.
что у вас с аутами вообще беда. Ребята. Давай, Рами. Центр. Еще, Коля, на. Эх, не догнал. Рамиль, что сегодня с тобой-то, а? Чуваку, который вообще не стал. И на рывке, который как-то гоняет этот... Еще прессингуйте, Антон. Возьмите всех. Давай, хорош, Ленар. Давай, давай. Эх, Вань. Еще, давай, 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 давай. Гоняй, Тёма. Эх. Давай, Ваня, давай. На Коля дай. Эх. Да. Ну, почему не поставите? Эх, Тёма, ну Тёма! Хорош, Никита, хорош. Блин, ребята, жестче ставьте ногу. Жестче. И не бойтесь бороться с ними, не бойтесь. Они не звери. Это... Уйдет, не трогай. Хорош. Андрей, ну все-таки там можно было бы, конечно, с Ленаром скооперироваться быстренько, и он бы взял бы мяч. Но такие пропуски штрафные лучше не позволить. Хорош, Серег. Еще, Вань, еще. Эх. Давай, давай, Тём. Веди. Эх, сильно. Сильно. Давай, Тём, еще. На Рамиля. Рамиль на фланг. На фланг! Еще, блин, а! А чё не Тёма пробьет? А нет. Хотя есть. Артур можно было бы, чтобы пробил. Ну нет, ну Ваню зачем? Штрафной только Артём и Пирамиль. Дар мимо. Я сказал же. Ну зачем? Давай, первый, Артур. Главой надо было сыграть раньше. Хорош, Антон. Еще, Вань. Ну нет, ну молодость, не надо спорить. Он тут был, кстати, толчок небольшой. То есть... Вес. Ой, Вань. Удар. Эх. Ну, Серег. Сначала не знал. Хорош, Рамиль. Давай, Тём, решай! Гол! Эй,
Хорош, Тёма, хорош. Красавчик. Ну куда? Можно было, конечно, и подумать. Ну встречайте, встречайте, встречайте. Тёма, встречай! Ну чё вдвоём идёте? Ну вообще вас обыгрывает. Вообще! Давай, хорошо выбивай, Андрей. Хорошо, Ваня. На фланг. Давай, давай, веди, Артур, веди. На фланг отдай. Затянул, затянул. Хорош, Вань, в подборе. Зачем брать на себя игру-то? Ну, блин, Андрей. Хорош, Антон. Давай, Коля, подумай, подумай. О, хорош. Давай, решай. Молодец, Рамиль. Сработал, наконец-то. Давай красную. Ну не, просто знаете как, когда у нас нарушает 1-1 выходит, там красный. Когда у нас всегда выходит на 1-1, всегда желтый дают. Ну нет, если честно, просто реально посмотрите, у нас реально так. Давай, решай, Вань. Гол! Yeah! Хорош, Вань. Да. Он в каком месте сидеть? О, сейчас скажу. Ну где-то в середине. Где-то 15-е. А эти? Первые? Нет. Где-то, ну, где-то в лидерах, вроде говорят. Хорош, хорош, Антон. Нет, я могу ошибаться, конечно. Где-то в верхней части. Давай, Вань, до конца! Еще, еще, Артур! Еще, отгоняй его! Хорош, Антон. Сорок четвертого кто? 90-го возьмите. 15-го! Ой, 18-й точнее. Еще, еще! Защитники! Антон, до конца! Еще! Эх, слабо, слабо, слабо. Эх, ну, Серега. А он желтый, что ли, дал? Да. Ты знаешь, я знаете, что скажу? Здесь КФЛ судьи по-разному судят. Как хотят. Давай, Ленар, тащи. Ах ты! Ну, практически вытащил. Давай, Ротар, надо еще забивать. А? Ну да? Давай, давай, давайте. Ну куда?
Встречаем! Давай, давай, Артём. Ну, встречайте его! Нормально, ставьте стенку, а! Надо было прыгнуть. Артур, надо менять. А? А я вам не скажу. Девятый? Не, не скажу, не скажу. Секрет. Девятый у вас привозит вообще все. Не. Там еще есть, кто привез. Привезли 22-й и 13-й. Кто-то из них. Нет, точно не из них. Нет. Ну, регистрируйтесь, поле чудес. И потом стойку из кунг-фу стало резко попало. Состав и пом, все это у него. Открывайся, Тёма! Хорош, хорош. Во. Ну куда, Рамиль? Так, куда? Назад, назад!
Вот сейчас, да, чуть не привезли, согласен. На фланг, на фланг. Сильнее же. Там вроде не было такого точка, толчка. Вроде не было. Вот там была блокировка, кстати. А? Была блокировка. Когда вот это 10-й влезли в угол, и подальше блокировал. Как это, помнишь, Бавария? Батя. Миллер. Тут был блок поставил. Да. 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 Дай уже хуй ты держишь, ты ёпты. Блять, ну посмотрите на судью, вы свое время, блядь, тратите. Даже не понимает. Ему жалко стало просто. Назад сыграй! Пошел сразу в быструю розыгрыш, передачу к мину, налево флаг пошел. Там проебался второй защитник, который не остался. Там уже алмаз, блядь, чем остался тоже такой. Давай, слой, противопоток. Стоял. Ну блин, до конца! Давай, большой, блядь! Что, Тёма? Давай, Вань! Да ничего не было, нахуй. Заебал. Нормально играйте! Все это время лежал. Лежал, просто лежал. Где ты? Третий фон. Ниже подойдите!
Кстати, ваш комментарий даже очень хороший, если что. А то мне просто надоело комментировать, а тут помогает мне. Реально у нас вот сейчас игрок принимает мяч, даже не смотрит. У него вот здесь вот почти целый флаг свободен. Над этим уже давно работает. Ну что скажем? Он голосом не работает уж. Вот в этом тоже проблема есть. Второй защитник был. Даже если друг другу подсказывает, будет проще играть. Вот давно этот тренер говорит. Вот нет, вот между собой никто не разговаривает, как сказать, что подсказывать имеется в виду. Вот даже вот центр вот пустой был. Игрок появился. Нету подбора. Вот зачем? Вот он один. Подсказывать надо было. Подсказывать, согласен. Давай, Тёма! Тёма, убегай! Ваня! Через вратаря! Прокинь через него! Давай, Тём, заведись! Ему кричат, горишь! Ой, брат, алмазу дает. Алмаз выбежал на прямом вратаре. Не получается, парень, я вот так за шиворот алмазу кидаю. Этот еле разворачивается. Ну встречайте! До конца! Еще, Серег, до конца ногу поставь! Алмаз вытащил его. Реально просто вытащил его. Все, даже мы больше голевых себе создали, чем они. Давай, Тём! И никого там нет! Ну чё? Ещё, Вань! Ну чё там два игрока сразу было?
Ну не возите себя с мячом, а! Терпи, ебать, хули орёт. Я же говорю, фильм как не сделать. 34-й номер, что ли? На фланг! До конца, до конца! Прессингуй его! Давай! Вот зачем запарывать, а, момент, а? Еще, Никит, до конца! Давай, 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 Рами. Да. Еще. Давай, веди, веди. Никита, Никита. Да. Еще, Никит, порой.
Тащи ему! Но ведь ему уже сначала по ногам-то ударили. Вот 16-й! А, он будет аж подавать. Ну давай до конца еще с ним. Еще ногу поставь. Посмотри. Вводит вас спокойно, как стоек. Делай на ворота подальше. Ну вот, открывается игрок! Давай!
глубоко побольше. Куда пошли, ты хуй оставили? Ну чё, зачем так вестись? Отдай пас, а? О, Фаня. Направо! Точнее, налево хотел сказать. Еще по флангу пусти! У вас три нападающих, да? А? Три нападающих? Да. Хоть они все в одной точке стоят. Блин. Я не знаю, почему они. Они должны, как сказать, двое по флангу быть, условно говоря. Значит, мы должны достаточно типа защиты. Вот, вот сейчас вот ваш отбился бы сюда, у вас там целая зона. Они втроем, блядь. Там один из них просто чисто номинальный защитник. Не более. А вот его и сместили с центра на фланг. Чего так долго?
Ну, встречайте его! Молодец, 10-й номер. Открывайте, открывайтесь, а! Давай, давай, Гадель, догоняй! Эх, не догонит, не догонит. А вы какая команда? Дверь. Какая я пустила. У меня жена и дети. Точнее, не жена, не дети, а у меня жена и дети. Ну, это уже болезнь. 2-0. Скорее всего, даже болезнь от первой команды. Не понимаю, что ты, блядь, за детство.
Я тоже так подумал. Смотри, там может оторвали, что-то здесь хлопнули. Я в руках его держал. За секунду все изменилось. Yeah.
Пока. Все, удачи вам. Все, все, все!